Так, 1, 2, 3. Ае, всем добрейшего воскресного дня. Good Game, Twitch, Кибергейм, YouTube, Mixer и Discord. Сегодня тот день, когда хочется поиграть в игру, в которую не ты думаешь, а которая думает в тебя. И думает ли она в тебя, еще большой вопрос. По-моему, она тебя просто будет наиметь тебя в виду. Вот так. Вместе с игрой идет замечательное приложение с артами и комментариями от Кори Барлога. Насколько я понимаю, это он озвучивает. Причем интересно, что в настройках этой игры можно выбрать язык озвучки хорватский. Почему хорватский? Из всех языков. Почему не суахили, я не знаю. Но почему-то хорватский. Может быть, конечно, Кори Барлог в связи со... Интересно, кстати, да, кто? Может, он действительно хорват? В общем, замечательные арты, всякие-всякие. Мы их видели, когда с Алеандрой смотрели эти... Сони Санта-Моника рассказывала про то, как она изобретала, собственно, с дизайнерской стороны God of War новый. Да, было прикольно. И здесь, кстати, есть комментарии, можно послушать. Да, он всяко рассказывает. Потом как-нибудь послушаем. Пока не хочу. Пока сам батенька и его сын. Проблема отцов и детей в этой игре не фигуральная, не фигура речи, а самое что ни на есть обыденность этих двух людей. И это прикольно. Я немного поиграл уже, попрактиковался, послушал замечательные комментарии от Кратоса в духе «Yes». Угу. Вот такие великолепные комментарии. Вы их обязательно услышите. И опять меня предупреждают, что в середине игры, вообще в процессе игры изменить нельзя. Я понимаю, я подписываюсь, да. Так, тихо, да. Не-н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 е
ребят. Он не тоскует по Руси-матушке, у него не болит душа за народ. Не-не-не-не, он не из этих, ребят. У него все очень просто, понятно и на самом деле очень грустно. Вот, глядя в эти жестокие глаза, трудно сказать, что он как бы тонко чувствующий и переживающий внутри себя сложные эмоции человек. Я понимаю, что это сложно. Но вот за что я люблю четвертую часть, уже люблю, несмотря на то, что я еще не прошел, но я посмотрел там стримы и так далее, и знаю, чем кончилось.
Вот за то, что они из этого рубаки парня, который налево-направо всех шинкует в капусту, сделали человека, который в одну каску по глубине проработки эмоциональной своей стороны перекрывает, я не знаю, процентов 90 игр, которые выходят сейчас, в принципе. Которые даже, ну, как бы сюжетно ориентированы, там, персонажа, богаты на персонажа и так далее. Вот он один, вот этот дядя, делает за них всю работу. Он целится. Тут... Вот что мне нравится еще, это из того, что я уже увидел в God of War, она немногословна в своей выразительности. Я потом объясню еще смысл этой фразы. В общем, все, что надо, она делает очень минималистичными средствами. И это прям... Прям талант нужен, чтобы так сделать. Все, погнали, рубим березки. Вот, да, выглядит так, как будто он конкретно эту березку ненавидит. Вот посмотрите в эти глаза просто. Но на самом деле там... Там другое. Кстати, кому не лень, погуглите, пожалуйста, откуда у Кратоса красные полоски на теле, татухи вот эти. Потому что, мне кажется, в бытность свою спартанцам, еще до того, как вся кутерьма с богом войны началась, у него их не было. Так, пока непонятно, насколько он хорош. Слушаем дальше. Вообще, пытаться услышать голос Кратоса, это, конечно, своеобразное занятие, с учетом того, что он все время молчит. Ну, хотя бы не Гордон Фриман. Косплеем команда. Здесь пока не дают особо покрутить камерой, но мы еще успеем посмотреть на все красоты. Мам, то привязать до воды? Вам слышно вообще, что они говорят? Опять польский какой-то очень тихий. Кстати, а можно отдельно громкость звука наладить? Громкость голоса. Диалог максимум. Так, я вот убавлю тогда на 15 музыку. Убавлю на 15 фиксы. Оставлю голос и сделаю чуть погромче. Потому что как в Ведьмаке, так и здесь польский почему-то тише. Все, он сделал погромче. Посмотрим. Хлопче, да, он называет его хлопче. А, прикольно. Ну, блин, хлопче, слишком много слогов. Хлопче. Два слога. Вистарчи. Ojcze? Co? Czy coś się zmieniło? Las wydaje się inny.
Tak, zmieniło się, chłopcze. Nie myśl o tym za dużo. Tak jest. Блин. Ладно, сейчас чуть-чуть поиграем, но Кратос не звучит, короче. Вообще не звучит. Он звучит просто как уставший мужик. Кратос не просто уставший мужик. Он так устал, что он готов еще раз весь Олимп, по-моему, вырубить. Просто для того, чтобы отдохнуть душой. Ну, серьезно, ну сейчас послушаем, тут будет побольше текста у него. Послушаем. Так, спасибо, Леандра. То есть они у него, значит, были уже до. Родимого пятна брата Кратоса Деймоса. У него был брат. Фига себе. Никогда не слышал упоминания о брате Кратоса. Я вот просто не играл в первую часть. Вот вторую, третью я проходил. И Chain of Olympus проходил. Ascension еще не проходил. Но я не помню, чтобы там упоминался брат. Сын и жена, да. А вот... брата нет. Медведь Макрири музыку писал. Ирландский медведь. Прикольно. То уж всё. Сейчас могла быть ситуация, как с этими, со смешными видео с котиками, которые прыгают на девушек, которые дома занимаются этими, ну, физкультурой там, да, всякой. Он просто с правой руки через за спину с замахом врубил, рубанул топором по дереву. А мелкий сзади проходил. Он сейчас мог мелкого на топор насадить просто. Ага. Ну, это очень коварно было бы с его стороны, конечно. Но он не хочет же мелкому зла. Пока еще. Ото видя ойца свего. Ото они мне взываю. Ото они мне взываю. А вот непонятно. Там руны какие-то. Да, что у него за татуха, непонятно. Я ее по описанию пока не видел нигде.
Przepraszam. Ściśnij. Ten nóż należał do niej. Teraz jest twój. Uczyła cię polować? Tyle, co umiała. Pokaż. Teraz? Teraz. Na co polujemy? Polujesz na jelenia. Gdzie idziemy? Tam, gdzie są jelenie. Dobrze. Tędy. Из-за того, что текст на английском, а звук на польском, я так понимаю, что ни хера не понятно с той стороны экрана. Мелкий спросил. Сначала батя спросил, говорит, охотиться умеешь? А Трей сказал, говорит, мама научила меня всему, что знала. Покажи. Мелкий, что, прям сейчас? Батя такой, прям сейчас, блин. Мелкий взял лук, спросил, а на кого охотимся? Он говорит, ты охотишься на оленя. А в какую сторону идти? Иди в сторону оленя. Вот. Батя года просто вообще. В общем, я переключаюсь на английский, потому что польский не звучит, к сожалению. Прям вот от слова совсем. А, только сохранится для начала. Вот, ты видела, в каком качестве я стримлю? Там что субтитры, что не субтитры, там не видать нифига. Не, я могу... Давайте так. Альп, ты там? Ты живой? Скажи, пожалуйста. Ты просто единственный, кто разговаривает, кроме Алеандры. Скажи, пожалуйста, ты английскую озвучку переваришь? Потому что английская божественна просто. Она... великолепнейшая. Можно даже не понимать смысл, можно просто слушать. Она реально чудесная. Ключевые моменты я буду переводить на русский. Специально для тебя. Серьезно. Ну, как бы, мне не жалко. Альп. Альп, ты там? Или ты на работе, Альп? Если ты на работе, то я не буду тебя отвлекать. Что у нас тут? Тут у нас красота. Вот кто хочет жить в таком месте? Вот просто взять и жить. Вот даже несмотря на то, что убранство максимально простое. А можно войти? Нет, нельзя войти пока. Ладно, потом. Просто, ну красиво же. Прикиньте, такой пейзаж. Выходишь во двор, а там вот снежочек, сосенки. Да, загородный дом, да, туда приезжаешь так на месте. О, что-то горит. Не горит, в смысле, а светится. Приезжаешь, да, на месяцок, да, зимой. На новогодние праздники, прикинь, в такое место. Вообще же кайф. Lost and found. Потерянные и найденные. Один из четырех. А это какие-то фигурки-игрушки. Типа, мы нашли маленькие игрушки рядом с домом. И мне раньше никогда-то нравились. И дневник, кстати, написан от имени Атрея. Так что имейте это в виду, что это не Кратос проникся страстью к эпистолярному жанру. Точнее, не к эпистолярному, а как это? Дневниковые записи, это как называется? Может быть. Повествовательно это что-то более общее. А вот эпистолярный жанр это письма. А дневниковые записи. По-моему, название есть какое-то отдельное. Хотя не важно. По большому счету, какая разница. Так. Коллекционочки. Встретили коллекционочки.
По инфраструктуре мой город, говорит, не сильно отличается. То есть кругом пожары, дорог нет, одни направления, да, деревянные заборы. Кратос набегает. Такое у тебя там происходит? И охотиться приходится на оленей. То есть ты не в магазин ходишь за мясом, да, а выходишь просто за околицу и пошел стрелять оленей. Так, а тут у нас что? Лужа. Мы нашли лужу. Давай купаться. Оленей в городе много, да? А сезон охоты уже открыт? Следы нашли, говорит, но это не олени, потому что слишком широко расставлены пальцы на копыте. Возможно, это горный козел. Батя такой, а тебя мама нормально научила. Хорошо. Надо понимать, что вот до текущего момента в игре Кратос и Атрей особо не общались. Опа-опа, что-то увидел. О, сундучок под мостом. А тролли будут? Мост же все-таки. Или я сам как тролль из-под моста? Особенно на дорогах всяких оленей дофига. Да, представляю себе. Лодочка. Не знаю, видно вам, не видно. Тут предмет в виде лодочки. Драккар какой-то с парусом. А, да, кстати, реально он и был лодочкой. Прикольно. Так, ну раз нам уже презентуют коллекционочки, то надо глаз востро держать. Еще следы, говорит, да, только они слишком круглые, возможно, дикий кабан, а не олень. Они охотятся на оленя. Че такое? Че такое, парень? Че случилось? А, останет. Фига он прыгает, ибо мы на Олимпийские игры. Хотя, я думаю, Кратос и Олимп уже вещи несовместимые, поэтому... Кстати, вот интересно, если кто помнит, чем кончилась третья часть, там же Кратос не просто всех убил, там наступил конец света вообще-то. Если я правильно помню концовку третьей части, Кратос, когда завалил Зевса, там тьма напала на землю, и мор стал по земле. Там, ну так, как бы, он не просто победил, он сделал хуже, чем было. Олежка, Олежка. Hunting deer, not chasing it. Yes, father. Вот почувствуйте разницу в голосе, если вы слышали, как вот сейчас польский звучал, он был просто уставший. То вот Кратос тут прям напряженно злой какой-то. Может быть не злой, но напряженный точно. You're hunting deer, not chasing it. То есть такой, как бы, с упреком. Причем у него этот упрек чувствуется вообще в каждой фразе. Ну не упрек, как бы, а вот... Даже не знаю, как это сказать. С одной стороны, это плохо, потому что он всегда звучит одинаково. Но в те моменты, когда он не звучит одинаково, это будет круто. Да, как с Ведьмаком, да. Цепь какая-то. Причем такая яркая. Специально подсветили мне, чтобы я понял, что это цепь, с ней что-то можно сделать. Спасибо. Step aside.
Возвращающийся топор бумеранг. А, нам теперь не дают второй раз кинуть, да? Ну ладно. Камеру не дают покрутить что-то. Он опять Зевса завалил. А что, он до этого Зевса валил? Он, по-моему, уже ни разу его не побеждал. В первой части он победил... Do not be sorry. Be better. Find it. Find it. Mm-hmm. Клёвость. Не знаю, мне прям нравится. Так, что такое? Камеру забрали. О, кстати, я еще хотел... Ну ладно, пока оставим. У меня еще вопрос, как бы, к наблюдающим. А нужно ли подключать всякого в интерфейсе? Потому что у меня тут маркеры всякие назначены сейчас. Воу-воу-воу, это чуть с ним. То есть мне подсказывают, если какой-то меня атакуют, там, такие вещи. Как бы хотелось бы вам, чтобы мне было еще тяжелее. Потому что это можно устроить. Ты раз кончишь, ты уже, господи, сколько тебе здоровья. Почти убил. А-а-а, да ладно, серьезно. А вы видели, сколько у него здоровья осталось? Это был капец. Блин, меньше пикселя. Первый бой, он трудный самый. Или что там было? Последний бой, он трудный самый. Любой бой в God of War на режиме God of War, он трудный самый. Все, вот так. Просто бой, он трудный самый. Вот, God of War, бой, трудный самый. Будет вот так. Тычка, блин. Все, до свидания. Сорян. О, фу, успел разобрать, пока он там не переварил сам себя, блин. Так, там где-то лечилка я видел. Да, стой, лечилка, лечилка, пустите меня к лечилке. Плиз, плиз. Атрей, отойди, ты толстый. Блин, не дают. Не дают пройти к лечилке, собаки. Ай-яй-яй, был неаккуратен. Я. Кратос только что прокомментировал вопрос Атрея на тему того, а чё это ты чужие могилы вскрываешь? Он сказал... им оно больше не пригодится, а нам пригодится. Трудно с этим поспорить. Вот, если взять, например, сначала греческую мифологию. Вот, кто может вспомнить, каково было отношение богов к людям? Ну, то есть, как они их воспринимали, как кто они для них? Вот могут ли, допустим, греческие боги существовать отдельно от людей, сами по себе? Они же могут? Я вот не помню, что такого давали люди богам, чтобы богам было интересно с людишками возиться. Вот люди к богам, понятно, зачем обращались. Ну, за помощью, силой там, всяком таким. О, смотрите, ловушка. А, нифига прикол, сейчас покажу. Сейчас. Я этого не видел в прошлый раз. То есть кто-то положил рыбу... под камень. Блин, интересно, а на таком расстоянии вообще она убьет кого-нибудь? И на кого рассчитана эта ловушка, мне интересно. Хм. Блин, круто сделано вообще. Посмотрите просто на освещение. Я не знаю. О, а там сверху, кстати, лагерь какой-то. Нифига себе, тут сверху какая-то движуха.
Can I have my bow back now? Can you hit it from here? We should get closer. Да, мелкий спросил, а можно мне лук обратно? Я же оленя нашел. Батя говорит, а ты отсюда в него попадешь? Тот подумал, говорит, не, надо это, ближе подобраться. Вот тема она. Вот тема она. Нет никаких мыслей, да? Я просто не могу вспомнить даже ни одного упоминания, зачем бы греческим богам нужны были люди. Вот как сущность. Что они им дают? Да не перекатываешься, почему, Кратос, можно объяснить? Я хотел тебя вот поинтересоваться, ты так стоишь красиво, конечно, но я попросил бы тебя перекатиться назад, потому что три атаки в лицо, это больно. Зачем тебе это? Так. Вот что нашел Альп. Во времена первобытной, когда миром правил еще Кронос, боги и люди, происшедшие от одной общей матери Земли, дружно жили вместе, едва сознавая, есть ли между ними какие-то различия. Какое-то различие. Когда же по низвержении Кроноса власть над миром принял мощный сын его Зевс, и когда жилищем богов стал высоковершинный Олимп, боги пожелали отделиться от людей и установить, какие почести должны воздавать люди бессмертным за их благодеяние. О, как! Очень похоже на Зевса, между прочим. По описанию. Узнайте бога по описанию, называется. Гесиод Теогония. Ух ты! Фу! Фу! Конец, конец, все, все, успокоились. Оп, нет, не успокоились. О, это очень мало здоровья. Так, а ты что там прятался наверху? Ха, один какой-то гражданин там наверху прятался. Выскочил последний, думал добить. Хрен ему по морде. Греческим богам люди не сдались нафиг. Вот в принципе. То есть греческие боги могут жить без людей. И как бы и без разницы им абсолютно вообще. Чего там, куда там. Прикольно, когда люди есть, над ними можно поиздеваться. Если их нет, ну и хрен бы с ними. Интересно. Просто для северных богов, особенно для Одина, ну и для самого Одина, вообще для асов, вот так, для асов, для ванов не знаю, насколько это важно, а вот для асов люди нужны, потому что будет Рагнарёк. И как бы воинство асов невелико. И им нужны люди достойные, чтобы сражаться на их стороне во время Рагнарёка. А те, кто не проявил себя как достойным, они попадают в Хель. Ну, не все, правда, но там большая часть. Или не больше. Ну, какая-то часть попадает в Хель и становится на сторону Хелы, собственно. И потом придет вместе с ней надавать Одину по щам. Вот за этим нужны Одину люди. И больше, собственно, незачем. Блин, прикольно, волки тут. Кстати, вот по поводу двух волков. Тут будет мифологическая стена. Надо будет про этих волков почитать, потому что я про них ничего не помню. Это волки гигантов, а не асов. И я, кажется, про них вообще ничего не знаю. Так. О, вот здесь как раз, по-моему, про волков расскажут. Да, вот они. How did they get up there? What's happening there at the end? They eat the sun and moon? And then everybody fights? Вот миф про... Где оно? Это в кодексе должно быть. Вот. Скёль и Хати. Волки-гиганты. Скёль преследует солнце, Хати преследует луну. Что произойдет, когда они их поймают? Как будто битва Один, Тор, мировой змей. А, то есть вот так начинается Рагнарёк, да? Когда Скёль и Хати догоняют Луну и Солнце.
Интересно. Знак интересный посередине. Как бесконечность, только квадратная. Угловатая, в смысле. Интересно. Вот, типа, большая волчица родила двух волчат. Серебряного и золотого. Гигантская волчица, да, родила. Они погнались за солнцем и луной. Потом, когда они догнали на мировом древе их, был батл. Причем кто с кем бьется, да? Все бьются со всеми. Или нет? Вот тут вот Один, Тор, Тюр. С мечом не знаю кто. Просто войско. Мировой змей. Змей вон внизу. И все куда-то стреляют в мировое дерево почему-то. Кто знает про Скёрли и Хати что-нибудь? Я вот про них первый раз слышу вообще. Я вообще не знал, что в скандинавской мифологии есть такие персонажи. По-любому всегда есть кто-то, кто как-то связан с Луной и Солнцем. Ну, потому что люди же не очень богаты на фантазию. Что вижу, то пою, как Чукча. А пока идем дальше. Немного баннер саги в ваш God of War. А что, классно смотрится на белом фоне такая. Стяг такой красный. Угу. Wait for my mark. Relax. Do not think of it as an animal. It is simply a target. Clear your mind. Steady your aim and breathe in. Exhale and release. I got it. Good. It's still alive. Так бывает. Он удивляется, что он еще жив, оленешек. В ворване. Он забодал этого. No. Кита. Finish what you started. Блин, мелкому 10 лет нет, он уже весь в татухах. Отсидел в Мидгарде 10 лет. Наш олень, и мы его едим. Здрасте. Это был мой олень вообще-то. Тихо, блин, я застрял. О, я чудо, блин. На тебе по мордам. Пользуйся силой, Люк, да. Boy, look at me. We did it.
ready. What? Are you serious? I found the deer. I proved myself. How am I not ready? We are going home. I haven't been sick in a long time. I can do this. You are not ready. Вот он, кстати, сейчас сказал интересную фразу, значение которой я пока еще не до конца понимаю. Ну, в смысле, перевести-то я ее могу, но что за этим скрывается, мне не очень понятно. А Трей сказал, что, говорит, я не был болен уже достаточно давно. Но о какой болезни идет речь и почему это важно, мне непонятно пока. Какой-то гражданин отдыхает. Очень много отдыхающих граждан тут на территории. Я так понимаю, что это какой-то северный курорт. Люди просто это отдыхают. Лежат себе в расслабленных позах. Иногда кажется, что им немного неудобно, но это кажется. Они просто уснули от того, что им очень хорошо. Вот этот гражданин матушку землю обнимал. Без ног. А нет, нога есть все-таки у него. Не, нога есть еще пока. А оленя-то заберем? Мы же что сюда пришли-то? Или все? Или оленя в ходе схватки в пюрешечку превратила? Где он, кстати? Олень? Мистер Олень, вы где? Что-то с оленем не сдалось, да. Блин, олень пострадал ни за что. Во-первых, его убили, во-вторых, даже не съели. Ну, капец. Мелкий такой. Что, дверку не может открыть? Заткнись, блин. Тоже у меня тролль. А ты можешь? Если сам сможешь, давай. Тогда твои комментарии будут иметь силу. А так, иди нахер, мелкий. Тоже у меня... Решил батю потроллить. Батя таких тролли напополам одним мизинцем. Да. А Трей такой, блин, драугры же так близко никогда не подходили. Чё это за синяя хрень на нас напала? Вообще что происходит? Заткнись, мелкий. Батя года. Ну и ладно. Inside, boy. Эй, извиняюсь, по микрофону задел. Собрали пепел фей. Мне нравится, как дом у них устроен. Ну, в смысле, не то чтобы мне нравился сам дом. Во-первых, а, ну да, крыша нормально. То, что он... Я не знаю, насколько действительно он аутентичен, но воспринимается как будто так и должно быть. Ну, то есть, одна большая комната, просто четыре стены, пол потолок. Ну, крыша, в смысле. Не потолок, а крыша.
И, ну, некоторые зоны не то чтобы отделены, но просто выделены на территории подо что-то. Под поление там, под хранилище, под всякое. Но по большому счету это просто четыре стены, пол, потолок. Огонь посередине. Причем смотрите, как оформлен. Тут камни. И, как правильно заметила Алеандра, во-первых, безопасно. А во-вторых, камушки сами нагреваются, да, и продолжают обогревать помещение. То есть не теряется тепло. Круто же. Там он хранил какая-то на чердаке. С черепушкой. Черепушка там сверху. Декорация. А, прикольно. Такие. Причем кровать сделана, заметьте, да? То есть не просто топчан какой-то. Вон у мелкого кровать с конниками. Или дракошками. Кто там? Дракошки, наверное. Хотя, может, и коники, фиг их знает. Ну, вон на уголовье кровати. Вот опять он говорит, что я давно не болел, мне теперь лучше. Хорошо, говорит. Давай тогда. Ты хочешь, чтобы я тебя ударил? Я хочу, чтобы ты попробовал. Тормозишь, говорит, давай. В своем гневе, говорит, ты можешь потеряться. Трудный путь. И ты, Атрей, к нему, да, не готов. Наш путь на вершину горы будет труден, да, и ты к нему не готов. А теперь гвоздь программы этой игры. Да, я думал, ты будешь больше. Но ты определенно тот, кого искал. Далеко от дома забрался. Чё хотел, блин? О, да я... Ты уже знаешь ответ. Да, чё б ты не искал, у меня этого нет. Тебе пора валить. Да, я думал, ваш род как бы лучше нас, более воодушевленный, ну, не воодушевленный, как-то благословленный. А ты тут в лесу прячешься, как труп. Как труп, блин, как трус. О, ты не хочешь со мной драться. О, я уверен, что хочу. Удар Арчи. Бучит. Вали нахер из моего дома. Нет, тебе придется меня убить, чтобы это произошло. Такой, я тебя предупреждал. Бальдер такой, да наконец-то, блин.
Вот, кстати, интересно, я по мифу помню, что Бальдер был неуязвим, потому что Фрейя постаралась. Но вот чтобы он был какой-то супер-мега какой-то супермен, я вот такого не помню. Да, здрасте. Стрэнджа. Ой. Батас. Бега, да. Давай, нападай, давай. Опа! Хрен тебе рожа полосатая. Ой-ой-ой. Просто вообще как куклу его. Да, говорит, а че это у вас в доме две кровати? Просто вообще. Фарш его. Нац его. Оператор молодчага успевает везде. Танц! Такого, да, пендаля ему отвесил, прям знатного. Разговариваешь слишком много, бородатый. От бородатого слышу. Воу, вот это прописончик. Fine. Fine. Дерево уменьшилось на метр сейчас от одного удара. Дайди, блин, жопа. Ай-яй-яй, выхватил. Где-то там. Куда-то там, сюда иди. Я его даже не вижу, блин. Ну, не кричи. У меня дома не кричат. У меня дома как в библиотеке. Все приходят со своими тапками, пледом и молчат. Ой-ой-ой, по печени-то. Ай-яй-яй-яй, тихо, спокойно, Василий, спокойно. Ай-яй-яй-яй, что ж ты злодей-то такой, что ты делаешь? Он меня убивает. Жестоко. Во-во-во-во-во-во. Хороший момент. Дэнс, 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 дэнс. Двоечку ему нормально. Троечку даже в пузяку ему пропустил. Хорошо. Такой, нашел камушек побольше, чтобы приложить Бальдера. На нахер. Аж скала отъехала. Хорош. Фу. Ну, пообщались. Вот так вот, незваный гость хуже татарина. Татарина хотя бы убить можно. А можно я под низ загляну туда? О, можно здесь посмотреть. Ну вот что изображено. Все, пойдем домой. Хватит с нас этого говна. Что он там видит? Да. Надо у него спросить, да. Как там рисовать? Уже уходишь? Хера себе.
throw whatever you have at me, I'll keep coming. That old body will give out. But before I end this, I want you to know one thing. I can't feel any of this. Классическое падение Кратоса в бездну. Давай закончим, давай. Катсцена. Второй раз пролет Бальдра перед камерой. Это божественно просто. Малой в подвале сидит, прячется. На улицу за оленем отходил. Пельмешки делать из оленины. Куда, блин, стоять? Вот такой легкий хрумк, и Бальдер отъезжает. Жесть какая. Кто же это был там, мать его? Он меня знал. Он знал мое прошлое? Как он меня нашел? Спустя столько времени. Да, говорит, Фей, что же мне делать? Наш сын не готов. А ты сам-то готов? Чтобы относить, не снести твой пепел на вершину горы. Это ее предсмертное желание. Да, говорит, мы не готовы отправляться на вершину горы и отнести твой прах, но и здесь оставаться уже не можем. Да, собираем манатки, мы валим. Я думал, что я не готов, а ты не готов, но выбора нет. You are not. Блин, как у него голос прям. Да, докажи, что я не прав.
mountain. It's gonna be a long trip. Yes, but an important one. Whoa. How did this happen? Да, такой двор, когда я последний раз его видел, Атрей говорит, выглядел несколько иначе. Да. Я предлагаю прерваться, сходить на улицу за оленем и покушать. Альп, Алеандро, спасибо вам. Увидимся, услышимся. Пока.